Пузо-то, пузо, три арбуза. Пузо, три арбуза. Молодец, вкусно отдашь, никому не отдашь. Нет, скажи. Никому? Это все мое, нет. Скажи. Лапы задние вытянула. Очень вкусно. Как интересно с вами. Скажи, с одеялом-то, этим листик-то. А тут лапки такие. Еще массаж. Это вы делаете? Массаж. Пишет. Массаж. Кто еще массаж делал медведю, а? Массаж лапок. Так она даже не вырывается. Так ей нравится. А! Четвертая лапа. У тебя четыре лапы, да? Сейчас горячий прям, да? Все, ползем. Загоняли девчонку. Где крошка? Где крошка? Нет, ну это скажи, это же немыслимая вкуснота. А запашина? А запашина-то? Вот такие бегают по лесу, да? Вот так. А как эти панды? Они же вообще, если падают, потом вот так. Ну да. Как подняться? Вот после такого хочется жить. Посмотришь вот на этих вот и понимаешь, зачем живешь. Ай! Дурочка. Мне, говоришь, надо руки беречь, Наталья. Так я ноги даю кусать. Нет, у меня же клыков нет. Скажи, клыков-то у нас нет, скажи. Клыков нету. Циркачи-то вырвали. Она же есть толком не может, человеческий. А я тебе нектаринок не купила, ты меня прости. В магазин не зашла, а на рынке малички по картам не продают почему-то. Кажется, она в прошлый раз увидела мандаринку на столе. Схватила ее, давай жрать. А такая вкусная была, перезревшая. Барабан. Ой, что за барабан такой? Я набиваю к зиме. Ой, к зиме готовлю. Это внимание.